Общеобразовательная школа на улице Чистяковой в Одинцово введена в эксплуатацию. Уже в январе 2020 года она примет первых учеников. Здание, рассчитанное на 1350 учащихся, построили по федеральной программе «Жилище». На площади 22 тысячи квадратных метров расположены учебные классы, столовая, спортивные и актовые залы. Это будет самый крупный бюджетный образовательный центр в Московской области.